Волгоградской области вступает в силу региональный закон о муниципальном жилищном контроле. Теперь органы местного самоуправления будут вправе инициировать проверки недобросовестных управляющих компаний и привлекать их к ответственности. Развитие темы у Елены Лыковой. С помощью приборов комиссия замеряет давление в водопроводных трубах. Долгое время эта проблема волнует не только Бориса Егоровича, но и его соседей. Напор настолько низкий, объясняют жильцы дома на улице Камской в Волжском, что здорово затрудняет решение обычных бытовых проблем, например, стирку или элементарное мытье посуды. Мы жаловались, что вода шла, прерывалась, то есть прерыв был воды, и горячая, и холодная. Все время грязная вода была, почти грязная вода все время была, мыться было плохо, невозможно. Коммунальщики все-таки навели порядок, и сейчас напор воды в норме, пришли к выводу проверяющие. А вот жалобы на неудовлетворительное содержание дома подтвердились. В доме, который давно не видел ремонта, действительно обшарпаны стены в подъездах, протекает крыша, а фасад здания красноречиво украшают трещины. Многолетние мирные переговоры с местной управляющей компанией не привели к долгожданным результатам. И только под угрозой обращений в областную инспекцию Госжилнадзора коммунальщики приступили к ремонту. В своих обращениях граждане упоминали как о ненадлежащем содержании общего имущества дома, крыша, фасад здания, подъезд, система освещения, так и на предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению надлежащего качества, а именно на слабый напор или давление воды. В ходе данных мероприятий инспектором управляющей компании начаты работы по приведению общего имущества дома в надлежащее техническое состояние. Масса претензий к работе управляющих компаний в каждом муниципальном образовании области. Поэтому, чтобы призвать к порядку коммунальных операторов, региональные власти пошли на решительный шаг и узаконили дополнительный контроль за их деятельностью со стороны муниципалитетов. С 16 марта 2013 года вступает в законную силу закон Волгоградской области, который внесен по инициативе губернатора Волгоградской области Сергея Анатольевича Баженова при поддержке депутата Волгоградской областной думы о муниципальном жилищном контроле. И в данном случае все вопросы, которые возникают на территории городских округов, муниципальных районов, других сельских городских поселений, должны в первую очередь решать органы местного самоуправления. Муниципалитеты теперь вправе инициировать проверки и привлекать управляющие компании к ответственности за нарушения. Значительная доля нареканий как раз и касается неудовлетворительного технического состояния жилого фонда и неправомерных начислений за коммунальные услуги. Из 4000 обращений и жалоб от населения, поступивших с начала этого года в облгосжилнадзор, таких больше всего. Елена Лыкова, Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».